Одними из первых на паркет вышли команды из Ивановской области и Алтайского края. Они только начинают свое выступление на турнире за места с 7 по 14 в рамках волейбольной высшей лиги Б, а потому полны сил. Да и выкладываться на максимум сразу не стоит. За 8 дней им предстоит провести 7 игр. В этом матче сильнее оказались представительницы европейской части России. 3-1 по партиям. Всего в турнире принимают участие 8 команд по 4 из Западной и Восточной конференций. Кроме волейболисток из Шуи и Барнаула, это представительницы Брянска, Владивостока, Иркутска и Читы. Свой первый матч уже успел провести и университет «Визит». К сожалению, в противостоянии с Воронежем наши девушки в упорной борьбе уступили со счетом 2-3. Несмотря на это, задачи перед командой стоят максимальные. Подготовка шла в стандартном режиме. Каждая команда зоны центр мы знаем. Команды, которые у нас приехали в Сибирь, Дальний Восток, в принципе, отслеживали их по трансляциям. Поэтому подготовка шла. В команде все здоровы, поэтому решительный бой хотим дать на домашней арене. Со многими командами, с которыми мы играли в сезоне, и иногда проигрывали, иногда выигрывали, есть хороший вариант поквитаться в хорошем смысле этого слова. Ну и как можно выше подняться по турнирной таблице. Удастся ли выполнить такую задачу, станет известно 10 апреля, день окончания этого турнира.